Друзья, в продажу поступает Toyota Avensis 2010 года на бензиновом моторе объемом 1.8 мощностью 147 лошадиных сил. На коробке вариатор, на переднем приводе у автомобиля неплохая комплектация. У автомобиля установлены ветровики. Также в салоне автомобиля у нас идеальный тканевый салон. Также у нас установлена штатная аудиосистема мультимедиа с дисководом. Также у нас имеется AUX разъем. Также имеются подогревы передних сидений, регулировка печки-отопителя, подогрев заднего стекла, кондиционер. Розетка 12 вольт, микро USB, разъем под AUX, прячется в бардачке. Также у нас имеется пепельница с прикуривателем. Также у нас установлен мультируль. Имеется электрорегулировка зеркал, приводскладывание зеркал, корректор фар, два передних стеклоподъемника, центральный замок, блокировка стекол. Также у нас для задних пассажиров удобное посадочное место. Имеется подлокотник из подстаканников. Также у нас имеется пепельница для задних пассажиров. Имеются подстаканники в дверных картах дверей. Также в автомобиле имеются парктроники задние. Автомобиль в хорошем техническом и косметическом состоянии. У автомобиля два владельца по ПТС, ПТС оригинал.